Вот, нормально, выпьем. Мальчик, девочка. Сейчас увидим. Ой. Господи, в проволоке все. В проволоке. Осторожно, здесь хвост. Дай мне ножницы другие. Да что ж ты принес-то, господи. Осторожно, хвост. Кидали. Ну что, это невозможно. Мы положим, оно все промокнет сейчас сразу. Так, зайчика. Сейчас, мой хороший. Так, осторожно, вдруг там Коки есть. Он мальчик, нет? Он мальчик. Мальчик молоденький. Ой, вообще молоденький. Молоденький мальчик. Коки вообще маленькие. Осторожно, не под... нет, самое. Ты можешь сюда подойти? Так. Потому что это надо обрезать, потому что это все водой, оно текет все. Он 4 дня лежал в воде. О, господи, боже ты мой. 4 дня, 4 суток. Так, Наташа, отойди немножко от света. Смотри, пусть Миша снимет. Сейчас. Покажи ему. Это тоже обрежь, тоже вода. Так, дальше что у нас? Хвост. Стой, стой, стой. Осторожно. Брось, Варь, погоди секунду. Где ножницы? Все, осторожно. Осторожно. Снимай все. Все по возможности снимай. Хотя бы мокрое все это убрать. Неправильно, мы даже плохо видео снимаем. Снимаем? Все, так. Вот оттуда снимаем. Так, ну основную грязь убрали. Как думаешь, там под ним нет кутылей вот таких? Я думаю, что нет. Осторожно еще. Иди сюда, малышка. Иди сюда. Вот так. Ну, давай посмотрим. Тихо, молодой мальчишка, совсем. Наташа, вот это убери у него, вот это мокрое чуть-чуть, а? Вот это чуть-чуть. Ну, что или вытереть. Уберешь, а там под низом нет? Нет. Тут проверь проволоки, чтоб не было, потому что он весь в проволоке в какой-то. Вот это убирай. Да, он молодой. Молодой мальчик. Нету? Так, мелкий кусочек. Слушай, его бы на этот бок положить как-нибудь. Как думаешь, справимся? Да. Может, его на сухой бок переложим? Да, мы его сейчас вот так с тобой перевернем. Ты передний, я задний, и вот так вот кутыряем. Нельзя туда. Его через спину, Наташа. Почему? Его надо вот так и вот так как-то. А почему через спину нельзя, Валь? Не дай бог, желудки у них на веревочке висят. Нет, Наташа, через спину нельзя, больно. И если спина еще повреждена, его только вот так поднимать и ложить вот так. Давай так. Кто сможет поднять его крепко? Кто-нибудь? Кто сильный у нас, ребят? Кто-нибудь сможет помочь? Как выходит? Ребят, смотрите, подождите. Надо брать его вот сюда, под передние лапы, поднять вот так и положить на вот этот здоровый бок. Поняли? Сможете? А мы в это время выдернем носилки подальше. Положить надо его на оранжевое одеяло. А ты вот здесь стой, пожалуйста. Давай, хорошо? Сможете, ребята? Смотри, он не укусит, потому что воротник он закрытый. Так, давайте меняемся местами. Так. Осторожно, вдвою, осторожно. Тихо, тихо, детка, тише. Тихо, детка. Тихо, малышка, тише. Тяни на штар, скорее. А ты ложи быстрее. Ложи, ложи, ложи. Вот. О, вот. Отлично. Вот и все. Отлично. Отлично. Если кусается, значит ему больно. Тихо, тихо, малышка, ложись. Вот и все. Все, музей. Все, возьми. Все будет хорошо, зайка. Так, все, смотри. Вот это мокрое можно немножко... принеси, пожалуйста. Подтереть его немножко. Принеси, пожалуйста, там просто не лежат. На полках. Mm-hmm. Принеси, пожалуйста, полки. Сейчас мы его вытрем. Так, ты мой золотой. Ты мой хороший. Здесь. Да, здесь. Здесь. Мы это все завтра. Это все срежем завтра. Здесь все текет. Смотри, стекло. У него даже стекло.
расфазировала. Стекла, проволока. Может, поэтому ему и больно. Наташ, я стекла вытащила. Стекла? Да. Да ты чё? Э, черви. Кошмар. Твою мать. Ай, я уж так вот. Палки, проволоки. Осторожно, ему все-таки больно. Вот это надо обстричь потихоньку. По возможности. Просто не дай я ему животик вытру. Хоть немножко. Ну, в темноте. Сдернула. Что получилось? Сейчас, осторожно. Тихо, ему тихо. Больно. Все, ему больно, не трогаем. Если больно, это хорошо. Все, малыш, все. Я но тебя не трогаю. Зубки там не совсем молоденькие, борода седая. Ладно, оставляем. Тихо, малыш, ложись. Все, мы тебя больше не трогаем. Мы тебя немножко укрыли. Давай мы его просто не укроем. Да, вот так накинуть, она и будет влагу впитываться. Она и влагу впитает. ХБшка. И ему хорошо будет. Да, так и сделаем. Все, оставляем его до утра, пусть отлеживается. По крайней мере, он на сухом. Да. Вот так, и будет тепло. Ему главное, попу закрыли. Все, малыш. Так, воды, еды. Все, завтра. Сегодня только поставим воду.